Здравствуйте, это прогноз погоды на Мир Байкал в студии Мерлин Монро бурятского стендапа Егор Гула. А пока вы думаете, почему в смешариках кролик, крош, баран, бараш, лось, лосяш, а медведь Копатыч, я расскажу вам о погоде на воскресенье, 18 сентября. В ближайшие сутки по республике ожидается солнечная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 2, днем плюс 10, плюс 11 градусов тепла. Температура воздуха по южным районам ночью плюс 3, днем максимальная температура плюс 11 градусов. В Улан-Удэ ожидается ясное небо. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 2, плюс 5, днем плюс 13, плюс 14 градусов. Вероятность осадков низкая. Это был прогноз погоды на воскресенье 18 сентября. С вами был Михаил Шумахер бурятского стендапа Егор Гула. И в завершение поделюсь идеей для заработка в интернете. Напишите у себя в соцсетях «Утеряно 1000 рублей, прошу вернуть за вознаграждение». Кто-то найдет 1000, отдаст вам, вы ему вознаграждение 300 рублей, в итоге у вас плюс 700 просто из воздуха. А еще больше успешных кейсов на моем курсе «Деньги из воздуха». До встречи!